Участникам группы «Ласковый май» установят памятник. Это основателю группы Сергею Кузнецову и певцу Юрию Шатунову. Они установят на пересечении улиц Химическая и Регенераторная. Это как раз рядом, недалеко от детского дома, где воспитывался Шатунов, и рядом почти с домом, где жил Кузнецов. Сейчас проект выполнен в пластилине. Это далее будет он вылит из бронзы, и рост будет реальный рост музыкантов. Они будут стоять рядом. Будет бронзовый. Выполнил это эскиз известный скульптор в Оренбурге, который украшал различные улицы города, Александр Сукманов. А памятник будет выглядеть вот таким образом. Сейчас я увеличу. Вот такой будет памятник. Вот. Хороший памятник. Так что подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будете в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом. А кто хочет помочь развитию канала, под роликом есть расчетный счет.